Итак, ладно, все. Давайте закончим небольшой перерыв и пошли дальше. Так, что у нас по еде? Все нормально. Давайте сначала пойдем на Мур-Мур Райс. И там разберемся. Ага, это сюда. Так, ну, ребят, дальше займемся обычными сайдами. Вот этими. Выполним все, что тут есть в колонии. Плюс вот еще несколько знаков вопросов на карте я вижу. Кстати, у нас же новый класс, ага, который можно выучить. Его только нового пока что может. Ага. Класс танка. Ну, раз такое дело, то знаете, что я сделаю еще? Несмотря на то, что если вот этот герой будет в пати, этот класс будет качаться быстрее, я все равно возьму кое-кого другого. А именно Рику и Манана. Так, Асена... Ну, давай, выучивай этот класс. Так, и все. Кстати, надо бы на арену пойти, там купальники открыть. И, кстати, насчет купальников. Во время сюжета, конечно, я не хочу рушить сильно атмосферу. Ну, во время сайдов вполне можно одеть купальник, особенно в дождь. А, волк, кстати, да, еще это. Для дождя идеально. Ну да. А, правда, мне кажется, дождь что-то, по-моему, сейчас закончится. А, нет, показалось. Ну ладно. Так, я что-то не понял, через какую жопу нас ведут, чтобы попасть туда. Через большую, спасибо. Я думал, проход где-то там, куда я телепортировался, поближе, но меня ведут вообще в другое место. Понятно. А нет, непонятно.
Так, телепортируюсь я сюда поближе. Вот тут есть знак вопроса. Я вчера пытался тут найти... А, кстати, нужно пойти сдать тот квест, который мы брали в колонии у этого... Блин, как его там звали на R? Руди. Потому что я пытался найти материалы и нашел вот тут. И тут случайно я зашел на этот знак вопроса, и там активировался квест героя. Так что тот мы и не трогаем. Нет, волк не подводит, потому что я сегодня, когда пытался найти этот материал, наткнулся. Так что тут мы не подходим. Да, нужный материал я нашел здесь как раз. Концентрат. Китайский Новый год, так что, ну, как бы... В отличие от нашего Нового года, там они его празднуют. Свой. И вот смотрю на это место, и такое чувство, будто мы сможем тут прыгать когда-нибудь. Может, реально нам дадут какой-нибудь левнис использовать рано или поздно? Не могу поверить, что мы действительно это нашли. Но похоже, это территория монстров. Но все должно быть в порядке. Если это все, с чем мы столкнемся? Тогда давайте возьмем их. Восьмой уровень. Волк какой? Астер, да нет, это не имеет никакого отношения. А ну стоять на месте, а? Подожди, Нова, Триш. Полагаю, нам обоим пришла в голову одна и та же идея. Вам тоже это нужно?
По приказу Кайты. Мы просматривали старые журналы и наткнулись на контейнер, который так и не был найден. Такое совпадение. Мы заберем обратно то, что вы нашли. Так что отдавайте это по-хорошему. У вас два тика. Стоп, нелинейность? Ребят, что будем делать? Цифра 1 в чате. Обсудить этот вопрос, это дело. Или же просто передать. Обсудить. Окей. Что же нам делать? Хороший вопрос. Время закончилось. Эй! Ну... Астер, как ты видишь, не очень. Готово. Тут даже бить нечего. Так, все, хватит. Вы в любом случае собирались отнести это обратно в колонию 9, верно? Ну, тогда мы позволим вам разобраться с этим. Передайте привет Камиле от меня. Ладно, у нас есть другие места, которые нужно проверить. Давайте найдем следующий, да поскорее. Этот парень, Истмен. Посмотрим, что в контейнере. Так, по пути мы, по идее, можем еще один квест. А нет, его нужно сначала взять. Ладно, не получится. Волк, правда? Надо будет посмотреть потом. Я
Эй, Камила, у нас есть припасы, которые могут пригодиться колонии 9. Воу, так много, спасибо. Вы это нашли? Здорово. Наверное, было трудно заполучить их. Ну, у нас были небольшие разногласия с Исманом по этому поводу. А, он. Ну, неплохой парень, ты же знаешь. В любом случае, спасибо. Так, отлично, идем дальше. Так, квесты. А, кстати, нужно к тем нопанам вернуться. Так, 25-й, 27-й. Давайте сначала это ж. С капелланом. О, Исман. Мы отвечаем за сбор припасов, материалов и прочего. Вам лучше не путаться у нас под ногами. Ладно, не нужно заводиться из-за этого. Значит, если мы рядом... У тебя начинается нервный тик, что ли? Похоже, ты все понял при этом. Наверное. Мы хотели спросить насчет Урла. Как он вообще поживает и тому подобное? А, Урл. Колония недовольна, потому что Урл не хочет заниматься отправлениями. В смысле, капеллан, который не хочет заниматься отправлением? Что там такое? Точнее говоря, он перестал это делать. Когда все присутствуют. Значит, все-таки тогда было понятно. Его охранник это Керри. И он сказал примерно то же самое. Но сегодня его шкуру никто не видел, так что он, вероятнее всего, где-то занимается отправлением. Значит, он избегает всеобщего внимания. А ты знаешь, где сейчас находится Урл? Ну, я думаю, что он находится на холме в Лире. Элли сообщил о том, что там нашел оболочки других. Оболочки друга. Хорошо, спасибо. Тогда, может, пойти и спросить его об этом? Да, пошли. На холм. Валия. Ну, когда появилась эта надпись, я чуть не прочел. Холм Валеры. Было бы забавно. Так, окей, тогда мы можем и другой квест взять, который был вон там ранее. А, нет, стоп. Это он как раз и был.
А тут обязательно Зиона взять в пати надо. А, тут тупо нужно пройтись по локациям, понятно, ладно. Думал, мне нужно с кем-нибудь еще в лагере поговорить. Нет, не нужно. Привет, на руками. Ну, знаете, купальник, конечно, это неплохо, но что-то как-то стандартный костюм мне больше нравится. Так что дайте мне костюмчик обратно. Кэрри, а где Уру? Он не с тобою? Слава пламени, вы здесь. Вы можете помочь мне поискать его? Что-то случилось? Ну, мы пришли, чтобы отправить друга, который погиб в бою. Элис и Лени сказали мне об этом. Должно быть, он отошел, пока мы тут разговаривали. Даже когда он играл мелодию отправления, не было никаких мотыльков, как обычно бывает. Я думаю, он был смущен тем, что Элис и Лини видели это. Не было мотыльков при отправлении? Интересно. Не в этом ли причина его нежелания делать это? Пожалуйста, вы найдете его для меня? Пожалуйста, помогите Элли и Лене. Элис и Лене. Элис находится к востоку от холма Вилера. А рядом с водопадом Милки Медов. А Лене находится у гайдпоста Камус. Хорошо. Мы сообщим тебе, как только найдем. Ну, это не проблема.
Так, а вот и Лени. О, вы выглядите так, будто ищете Урла. У тебя есть зацепки? Ничего. Я уже прочесал все это место. Я точно могу сказать вам, что он не здесь. Может быть, он на обратном пути в колонии 9? Вполне возможно. Может, да, может и нет. Ну, Астер, сейчас, так что после. Но видишь, в данном случае это связано именно с тем чуваком, а не с часами, как я понимаю. Это с ним не то. Элис. Ты случаем не видела Урла? О, вы пришли помочь найти его. Всякий раз, когда что-нибудь случается, он говорит... Кто не хочет, чтобы люди умирали. Надеюсь, что он только... Надеюсь, что он просто отправился на собирание Клевера в удачи. Ага, понятно. Так, обсуждение. Где этот парень? Как мы можем не найти его со всеми этими людьми? Возможно, он уже возвращается в колонию 9 с холма. Велира. Господи. Может быть, если мы найдем место, где растут клеверы, удачи. Я не видела, чтобы они росли между долиной Алфету и колонией 9. Между долиной и Нагорьем. Килморис. Ладно, тогда давайте посмотрим, если мы сможем найти Урлата. Давайте вот эти две темы тоже обсудим. Это ходят слухи, что патрули Агнуса и Кевиса становится все больше. Да, теперь, когда ты упомянула. Последнее время они повсюду. Вполне возможно, что если бы мы... Вполне возможно, что если мы будем действовать открыто, войска страны будут приведены в повышенную боевую готовность. Да, и уничтожение часов пламени кажется довольно открытым действием, учитывая все обстоятельства. Именно. Я сомневаюсь, что консулы не обратили бы внимания на такое... на такие нарушения. Так что мы можем ожидать от них большей бдительности. И больше подкрепления. Верно. Полагаю, это имеет смысл.
Но освобождение колоний от их часов пламени — это неплохая вещь. Действительно. Во-первых, это обеспечит нам сотрудничество людей этой колонии. В этом есть свои преимущества. Это бесспорно. То есть, короче говоря, мы просто должны поднять ставки. Как это делают наши приятели. Верно. Мы не можем позволить себе отступить. Ребят, сейчас мы все колонии освободим и как пойдем войной на этих консулов. Всех завалим. Или все так и будет. Итак, ребят, вы знаете о тех поставках, которые сбрасывает, ну, что мы видели ранее, да? Да, что с ними? Колонии, которые мы освободили от их часов, не могут запрашивать поставки, не так ли? Нет, это не имело бы никакого смысла. Они сбрасывают помощь из одного из замков или соседних. Товарищей. Блин, забыл слово. И так сойдет, я думаю. Даже если одна из освобожденных колоний подаст запрос, никто не обязан его выполнить. Это означает, что везде, где мы видим сбросанные припасы, это означает, что там должны быть колонии, ну или войска, которых мы еще не освободили. Да, велика вероятность, что в этих местах мы встретим врагов. Именно. Когда мы увидим припасы, что сбрасывает, мы должны сохранять бдительность. Но в этих контейнерах будут вещи, которые нам понадобятся, я прав. Если мы сможем заполучить их... Нет. Если мы можем заполучить их в своей руке, я считаю, что мы должны это сделать. Даже с учетом врагов и все такое. Ну, типа мы это и делаем. О, привет, кот. С Рождеством, да. Наступающим. Еще какое-то время есть. Стоять, тут что-то есть еще. Регион Форнис изобилует светящиеся, блестящие редиски, короче. Это не очень хорошая новость. Слишком много редиски означает, что... они будут не очень редким товаром. И не продаваться хорошо. Ну, кот, я буду рад, если ты будешь писать почаще. Может, ты до Токио Мираж Сэшн доберемся во второй раз. Так, это называется, по-моему, шантаж уже, да? Так. Кот, а я тоже не люблю, когда люди не пишут в чате. Я люблю, когда пишут. Это повышает мотивацию. И придает сил. Растов, нужно собрать еще вторую крупицу информации.
Скоши, мать, кре. Нашел? Клевер, удачи. Теперь и остальные беспокоятся о тебе. Значит, она вам все рассказала, да? Я не могу вернуться к ним. Я бесполезный. Ой! Ну ладно. Я слишком быстро нажал. Я просто скипал, ну... Делал так, чтобы текст появился сразу, поэтому нажимал кнопку А-скипа. Ну ладно. Колония 9 нуждается в своем капеллане. Да? Что ж, ничего не мешает тебе вернуться. Послушай, Урл. Поскольку я стал капелланом вместо тебя, я отправлял друзей, погибших в бою, со всей честью и уважением, но все, кто умерли после того, как часы пламени были уничтожены, для чего были эти жизни? О. Ну вот, собственно, тебе ответ, Астер. Мне было так жалко их, что я не мог это вынести. Все, что я мог сделать, это стараться ни о чем не думать. И когда дело дошло до этого момента, я не смог поднять мотив, когда играл мелодию. Я не могу отправить их должным образом. Я скрывал это от всех в колонии 9, но теперь секрет раскрыт. Как я могу теперь вернуться? Так, ребят, как мы ответим? Тебе следует обратиться к другим эмоциям, или же ты хочешь вернуться к тому, кем ты был? Ну, тебе следует и обратиться к другим эмоциям, использовать другие эмоции, подключить другие эмоции. Да. Не стесняйтесь. Пишите, ребят. Первый. Тебе следует найти другую эмоцию, чтобы вложить ее, например, в благодарность. Другую эмоцию. Никогда не задумался об этом. Наша роль как капелланов заключается в передаче эмоций. Отправление — это не самая важная часть. Важно передать эти эмоции. О! Ты должен найти свой собственный ответ, начиная с сегодняшнего дня, с этого момента. Но вместо того, чтобы страдать в одиночку, почему бы не поговорить о своих чувствах в колонии 9? Наверное, ты прав, но... Но потребуется мужество, чтобы признаться во всем всей колонии 9. Сначала я поговорю с Керри. Это хорошая идея. Красава, откуда ты?
ты это взял, во-первых? Я хотел бы, чтобы так было, но да. Что-то я сомневаюсь, что мне дадут выбрать вайфу какую-нибудь. Игра сама заставит быть Нова с Мию, Ланса с Сеной и Тая с Юни. Ну, тут все очевидно. Все к этому и идет, развивается, так что... Увы. А, ты про это? Не знаю. Ну, Аздрюбель, да, там, ну, может быть, а может и нет. Не факт, конечно, стопроцентный, но учитывая, что там оставалось в ходе игры, то да. Посмотрим. Поживем, увидим. Урл? Где ты был? Я так волновалась. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я не знаю, как бы я смогла жить сама с собой. Мне очень жаль. Мне надо просто кричать на него, не выслушав его точку зрения. Да, ну же. Урл много о чем думает. Пусть говорит. Но... Керри. Я больше не могу отправлять людей. И мне нужно немного разобраться во всем. Ты же видела, что случилось ранее. И мне нужно подумать о том, как все дошло до этого момента. И я собираюсь перестать скрывать свою неудачу от колонии 9. Но... Я поговорил с Ноа. И вот к какому заключению я пришел. Я должен изменить свое отношение к отправлениям в эти странные, весьма неясные времена. Урл. Капелланам приходится тяжко всегда. Да. Но, слушай, как бы присматривать за ним, за ними тоже то еще дело. Да, мне не нужно это говорить. Я же все-таки его телохранитель, я знаю это. Фу, точнее, ты знаешь это. Спасибо, Керри. Хорошая работа, команда. Дело закрыто. Ура! Так, ну, идем дальше. Сначала сюда.
Это выглядит достаточно полезным. Обещаю, что никогда не будешь дезертировать при мне. Я бы никогда бы этого не сделал. Я бы не хотел нажить себе врага в лице тебя. Так, ну вроде с этими коробками все в порядке. Я уверена, что все еще съедобно все это. Надеемся. Сейчас траванем колонию, будет отлично. И конец колонии. Мне это нужно, чтобы помочь живым. Одна точка, все. Ну, Растов, это потом. Идем дальше к квесту сюда. Сначала давайте выполним все активные квесты. Приходя сюда, я вспоминаю мою миссию с давних времен. Тогда мы были врагами, да? Забавно, как все обернулось. Действительно. Ман, такая практика работала в первом Xenoblade и втором. Ну, кстати, вспоминаю, вот Xenoblade X тоже квесты на подобном уровне, как и тут. Ну, как минимум, я так их запомнил. Это все равно, что разграбить их место упокоя. Неприятно, как бы вы на это не посмотрели. Именно поэтому мы должны спасти все жизни, которые только возможны. Мило. О, привет, народ. Вам что-нибудь нужно? Хотя позволь мне внести ясность.
то мы довольно ограничены в том, что у нас есть сейчас наличие. Мы хотели бы это оставить у тебя, если ты не против. О, это все еда и припасы. Как вы вообще смогли? Я позабочусь о том, что это дошло до тех, кому это нужно в колонии. Большое спасибо за это. Эй. Где, черт возьми, вы все это взяли? Прошу прощения. И не нужно кормить меня всякой чушью о том, что вы нашли это все просто лежащим без дела, потому что со мной это не прокатит. Вот что я думаю случилось на самом деле. Вы увидели, что нельзя все оставить как есть здесь. Поэтому вы решили пойти и стащить у кого-то другого, не так ли? Пока нам запрещено это делать. Нет, мы нашли их на равнинах Эверблейд. Где? То есть ты хочешь сказать, что мы должны грабить и воровать вещи, чтобы выжить? Ну а какие альтернативы есть? Выживать отбираю живых, даже если вам не нужно больше сражаться. Не прикасайся ни к чему из этого, Камила. Послушай. Теперь, когда колония была освобождена, все не сможет вернуться к тому, как было раньше. Я согласна с ними в том, что это способ сохранить жизнь всем в колонии. Камила. Зион, если ты думаешь согласиться с этим, ты можешь... Камила? Камила! Карла увидела список товара, что прибыл. Харла давненько это ждала. Теперь можно отремонтировать все ливницы. Наконец-то. Окей, Харла, успокойся. Зион, мы не единственные, кто недоволен твоим способом ведения дела. Это только до тех пор, пока дефицит не будет устранен. Так что не переживаю по этому поводу. Я понимаю мнение Кайта. Нам нужно, чтобы эти поля были в рабочем состоянии, и тогда все получится. Так, ну все, а что дальше? А тут как бы все, ничего больше. Так, идем сдавать вот этот квест. Руди. Так, стоп, не та карта, нам нужна глобальная.
Ну, Эрастова, это уже ладно, неважно. Вот там что-то есть. Друзья, нашли материалы? Ой, походу я даже слишком много нашел. Волк. Этот квест закончен. Вторая фаза завершена. Спасибо всем. Вторая фаза. Пока Репапа собирал детали только из подручных средств, наконец-то сейчас можно построить самую важную секцию. Твою же. И потом начнется третья фаза. Если мы будем так работать, то закончим мгновение ока. Твою же. Так, а для интереса, сколько еще предстоит пройти? Все закончится на 10-й фазе. Чё? Чё, приятель? Мы сказали, что мы поможем. Мы ведь доведем дело до конца. Может, не надо? Похоже, кто-то начал получать удовольствие. Правда? Продолжайте собирать материалы и приносите их Реп-АП. Дорик станет тем защитником, которым мы всегда нуждались. Нашим могущественным хранителем. Да, не могу дождаться, когда он будет готов. Просто наблюдайте за мной. Если нам не дадут управлять им, тогда я расстроюсь. А нет, стоп. Квест завершился. Ну, это, понятно, цепочка квестов. Так, мы можем торопиться, там куча металлолома, который нам предстоит собрать. Ну да, я понял. Так. Меха-друг действительно вернул блеск металлу. Как шеф Репапа должен подавать пример. Мы не можем позволить себе... глотать пыли за него. На данный момент Дорико приступает к третьему этапу этой фазе. Друзья принесли материалы. Тогда Репапа быстро сейчас все проверит. Так, я, наверное, на этот квест забью, хорошо? Далее, дальше. Так, в последнее время слышал флейту капелланов в жилых помещениях. Угу. Вы видели Левнесов из третьего отряда? Они поздно возвращаются. Я не могу не признать, что не волнуюсь. Я снова и снова предупреждал их, чтобы они не пренебрегали техобслужением. Да пошло все оно. Могли бы вы сходить и посмотреть, кто к чему, а потом узнать.
что юзер скажет по этому поводу. Здешние пилоты. Настоящая команда горячих голов, скажу я вам. И Мишель не исключение из этого правила. Если он не позаботится об этом Леннисе, командир будет огорчен и весьма раздосадован. Если он продолжит свои выходки, то рано или поздно он окажется таким же избитым, как Леннис. Так, Ирун и его команда не связались с нами с тех пор, как они начали свою экспедицию в пустыне. Так, Нопан играет на флейте невыносимо плохо. Ты это мне говоришь? Это была флейта Капеллана, не так ли? Откуда у Нопана что-то подобное? Так, ну все. Что у нас там дальше? А дальше пора вот с этими квестами разобраться. Погнали. Настало их время. Так, я думаю, мы еще эти квесты сделаем и... Да, пора закругляться. Вчера мы 8 часов так посидели нормально, а сегодня стоит поменьше. 7 часов, а не 8. Блин, просто ну реально тяжело... Отвлечься. Потому что, блин, куча всего хочется и то сделать, и то, и то. Мне кажется, мы в постгейме тут надолго еще задержимся даже. Думаю, вы будете не против. Астор, не, в смысле, как первый, как во второй. Ну, с утра, да, завтра так же, что думаю, всех устраивает такое расписание. Идем до конца. Ну, Астер, я говорил про те ивенты, которые, ну, от прокачки отношений зависят. Но мы их все почитали, так что уже не нужно было. Ну, точнее, те, что были открыты. いい考えがあるぜ。僕が先陣を切る。続けていくぜ。
Что-то бомбануло. Думал, лучше взять, наверное, 31 уровень или выше, но нет, 29 достаточно. Такой пойти. Так, у меня почему-то по упать уже легло. Какого? Нормально. Да. Ты ну все, говно вопрос. Следующий. Так, что у нас там по классам? Так, ланс освоил. Отлично. Тогда лансу... Что же мы дадим ему дальше? Попробуй-ка это. О, наконец-то Юни может взять этот класс. У нас получается один медик сейчас будет в команде. Правда, попка не видна больше. Ну ладно.
Может, мне забанить Степана за такое? Ладно. Шучу, идем дальше. А, вот вы где. Полагаю, вы хотите узнать о монстре. Верно. Не могли бы вы предоставить нам более подробную информацию? Ваш враг — это босс Арахнус. Если этого недостаточно, он приведет с собой миньонов. Если вы хотите убедиться, что поймаете его, вам лучше устроить засаду у Раптор Притч. Ну, логично. Раптор Притч, значит. А где это именно? Посреди пустыни Данна, восток отсюда. Понял. Мы пойдем посмотрим. Люди умирают даже ради этой информации, знаете. Но мы должны защищать колонию. Поэтому я не говорю. Это не из... Так что я говорю, это не из чувства долга. Все наши надежды связаны с вами. Паук, говно вопрос. Твою же. Наконец-то я сделал из июня то, что хотел. Да, кот. Кот, доброй ночи, скорее.
Секунду. Не вовремя отвлекают. Панега мидаре чиматта. Има ото га шинакатта. Дальше. Ой. Ну, до свидания, короче, да. Да, блин, отвлекся и да, забыл взять лут. Ну ладно.
Что вам нужно? Разве Макси не сказал тебе? Мы хотим услышать, что ты знаешь о монстрах, которых ты разведал. Охотничьи угодья объекта находятся к юго-западу отсюда, в долине Милк. Что-нибудь еще? Не для вас. Что, разве недостаточно знать местоположение? Смотрите там и умирайте, предатели. Эй, послушай, ты! Забудь, Ланс. Дай. Фиг с ним. Твою. Ну, no time to it. Ну, были только что интересные сайды. Прямо что-то сверхъестественное. Ну, крыша оснащающего не было, как вчера. Но это как бы не самое лучшее место, скажи мне. О, вот и раз, поздравляю. Так, ребят, идите сюда. Давайте мы выманим эту птичку сюда подальше. Ну там, разве? Сейчас нормально? Я просто отдалился чуть-чуть. Твою же! Три трупа! Ну что, хилер живет. Так, ладно, эта птичка, походу, может... Может создавать проблемы.
Блин, ну чуть-чуть. Так, ну все. Пора сдавать квест. А, точно. Ну. Йоси, модору то сурка. Ну, no time to wait. Ну, тот квест с припасами, от которого мы там поржали от души. Пример. Или что-то там еще было, где там появилось... Где там появились ляжки королевы. Матвей. Второе, ну и плюс как хилер нормально, дополнительный. А, да, с клеверами. Максим, все готово. Со всеми тремя монстрами разобрались. Что? Серьезно? Вот доказательства. Немного каждого из монстров. Разве природа не прекрасна? Это же... Воу, да, спасибо. Это также приведет к меньшему количеству атак со стороны монстров. Это тоже ведь хорошо. Ну, тогда дальше мы сами разберемся. Не волнуйтесь, мы не позволим, чтобы ваша работа была напрасной. И все же, если я... Если позволите, могу я попросить еще об одной маленькой услуге. Да, все что угодно. Не могли бы вы... передать эти куски монстров в отдел продовольствия? Ну и передадим их Солну, если я не против. Еще раз спасибо за все это. Я не знаю, как выразить вам свою благодарность. Динамически реагируя на ход боя, это впечатляет, если позволите сказать. Элора Боруса. Нельзя упускать из виду. Говорят, что атака
Нет. Говорят, что нападение лучшая защита. У вас всегда есть возможность проводить жесткие атаки, используя огневую мощь всей команды. Да. Это было бы действительно жесткое нападение. Но суть тактики в том, чтобы приспособиться к противнику. Да, я уверен, что вы правы в этом. Подавляющая сила ничего не значит, если вы не можете выжить в битве. О боже. Я премного благодарен вам всем. Что могу для вас сделать? Макси попросил нас передать это тебе. Так, посмотрим. Ого. Похоже, операция прошла довольно успешно. Спасибо за все, что вы сделали. Я найду этому хорошее применение. Однако, это было совсем не в духе Максиса доверять вам эту работу. Мы тоже так подумали. Привлечь посторонних к выполнению такой важной задачи. Да не, не это. Я имею в виду на личном уровне. Максис раньше был таким одиноким волком. Короче, мы с ним в одной лодке. И он раньше был настоящим раздолбаем. С ним было очень трудно иметь дело. Ну, серьезно? С ним? Вот этот сюрприз. Ну, прежний Максис отправился бы на охоту за монстрами в одиночку. Но каким-то образом он стал капитаном отряда и научился просить о помощи. Это очень трогательная история. Да. Это определенно приняло неожиданный оборот. Ладно, давайте оставим это между нами только, хорошо? Ну, надеюсь, еще увидимся в колонии. Отлично. Так. Ну все. Все. А, еще вот это. Ну, ребят, ну завтра давайте постараемся пройти третью главу. Что-то мы в ней слишком долго застряли. Кот, нет, спасибо. Воздержусь от твоего предложения. Ну, что-то все такое себе. Приятно с вами иметь дело. Мастер Пон очень рад приходу друзей. Прежде чем друзья уйдут, пожалуйста, поздоровайтесь с мастер Поном. Отлично. О, друзья имеют захватывающее приключение в этом мире. Полагаю, что можно и так сказать.
Бур-бур. Рад слышать. Бур-бур помнит восторг, когда нашел первую нопанскую монету. Бур-бур не переставал улыбаться целых 7 дней. Бур-бур хочет, чтобы друзья почувствовали то же самое. Бур-бур спрятал еще больше нопанских монет, чем друзья могут считать. Друзьям стоит обыскать весь Айониус с большим волнением. Может, не надо. Само собой, награда будет тоже поступать и дальше. А какая награда, друзья спросят? Ну, Сик-Сик скажет ответ. Ну, а теперь, пожалуйста, продолжайте и получайте еще больше захватывающего удовольствия. Бур-бур, создатель работ в самых разных регионах мира. Ну, так значит, эти большие устройства, на которых мы натыкались по дороге сюда, значит, их больше в округе, верно? Бур-бур бросает вызов друзьям найти их. Матвей, не-не, она там сидит, когда понадобится. Потому что видишь, как тут происходит прокачка класса. Чем выше по уровню монстр, чем ты, тем больше очков прокачки класса ты получаешь. Поэтому не стоит слишком с этим торопиться и тратить бонус экспу. А если уровень у врага будет ниже твоего, то ты будешь получать очень мало очков класса прокачки. Класса. И да, будешь страдать. Так. Посмотрим, может, мы что-нибудь тут собрали, что можно было бы отдать. Нет. Ну что ж, ладно, погнали к костеру. Пойдем к костеру поближе к сюжету и завтра, собственно, продолжим с этого момента. К костру. Угу. К бонфайру. Так, ладно, ребят. Завтра, если не будут обязательные истории героев, то я хотел бы действительно пройти уже третью главу. Может, еще четвертую чуть-чуть. Ну и будем продолжать так же. В начале стрима 2-3 часа сюжет. 4, зависит от момента. Ну а потом сайды под конец. И всякие истории героев. Так что продолжение следует завтра.